Паркур объединяет в себе элементы легкой атлетики, акробатики и скалолазания. Их исполнение требует хорошей физической подготовки. Если какое-то движение вызывает панический страх, то делать его нельзя, предупреждают опытные спортсмены. Организм еще не готов. Трейсер должен совершать прыжок ровно тогда, когда он на 100% уверен в том, что делает все безошибочно. Развиваясь не только физически, не пытаясь там выучить один элемент, там его отточить там на все 100% и ходить, говорить, я развиваюсь. Я развиваюсь полностью, то есть читаю книги, там, изучаю психологию людей, так, ну, точно так же тренируюсь. Это и есть развитие, вот что включает в себя паркур мой личный. Экстрим и паркур, утверждают бывалые трейсеры, синонимы весьма сомнительные. Дословно с английского языка слово «экстрим» переводится как «крайность», то есть предполагает работу на грани, на пределе собственных возможностей. Идея же паркура совсем иная. Паркур – это свобода мыслей, духа и тела. Это минимум ограничений при максимуме возможностей. В основе паркура идея о том, что человек может преодолеть любые препятствия и достичь цели, используя только возможности своего тела. 30 городов за 46 дней. Участники «Паркур Сити Раша Тур» готовы делиться опытом на добровольных началах. Площадка мобильна, для Иванова уникальна. Мы для того и ездим по городам, проводим открытые семинары и тренировки, чтобы все могли потренироваться на нашей площадке, чтобы ребята из Санкт-Петербурга, из организации «Паркур Сити» поделились опытом. Благо, у них он накоплен очень большой. Это опыт и проведения тренировок, и взаимодействия, опять же, с чиновниками, с властью, чтобы было возможным, в данном случае в Иваново, тоже построить паркур-парк. Что касается взаимоотношений с властью, то у любителей паркура они всегда были напряженными. Впрочем, в Иванове с момента создания Федерации экстремальных видов спорта обеим сторонам удалось прийти к согласию. У нас есть уже небольшая площадка для занятий паркуром. Это в парке Степаново, в скейт-парке. И я думаю, что ребята сегодня посмотрят на то, что умеют питерские ребята. Они покажут какие-то мастер-классы и будут стремиться продвигаться в этом виде спорта и оттачивать его в скейт-парке. Екатерина Большакова, Леонид Масеев, телекомпания ИВТ.